Здравствуйте! Привет! Сегодня моя внучка Даниэла и я, ее бабушка Эмма, готовим простой шоколадный десерт. В миску измельчаем 500 граммов шоколада. В кастрюльку наливаем 500 миллилитров сливок жирностью не менее 30%. Ставим кастрюльку на огонь. Доводим сливки до кипения, но не кипятим. Горячими сливками заливаем подготовленный шоколад. Даем одну минутку растаять шоколаду и перемешиваем до получения однородной массы. Маленькое отступление. Дорогие друзья, вышла книга «Любимые торты бабушки Эммы». В эту книгу вошли 32 рецепта любимых тортов нашей семьи. Это наши авторские рецепты и рецепты знаменитых, известных во всем мире тортов. Мы много и с удовольствием работали над созданием этой книги. И очень надеемся, что, купив ее, вы получите удовольствие от стиля, в котором она написана, от фотографий и, самое главное, от тортов, которые вы приготовите. Мы уверены, что вместе с этой книгой в ваш дом попадет частица нашего тепла и любви. Купить книгу можно по ссылке в описании, в электронном виде или заказав по почте. Доставка по всему миру. Готовьте с душой и с удовольствием. Вдохновения вам и удачи! Можно добавить немного коньяка, рома или другого ароматизатора. Даем немного остыть, накрываем пищевой пленкой или крышкой и ставим в холодильник минимум на 5 часов. Шоколадные десерты всегда желанны. Они поднимают настроение и придают нам бодрость духа. На нашем сайте videokulinary.ru в разделе «Десерты» вы найдете рецепты разнообразных шоколадных десертов. Через 5 часов вынимаем из холодильника, хорошо перемешиваем. С помощью кондитерского мешка, 2 столовых ложек или ложки для мороженого выкладываем на тарелочку небольшие порции десерта. Обсыпаем порошком какао или рубленными орешками. И подаем на десерт с чашечкой чая или кофе. Вдохновения вам, удачи и вкусных шоколадных десертов!